Большой якутский нож Батыя. Сталь 95Х18. Клинок длиной 240 мм, ширина 35 и толщина в самом толстом месте основания 6 мм. Клинок исполнен в виде большого ножа, можно сказать, большого лагерного ножа, там лиуку, мачете, то есть как аналог этого. Монтаж сквозной идет на стяжку. Больстер – это итыльник из рога. Рукоять из стабильной карельской березы. Тыльник, там, где монтаж осуществлен, я закрыл вот такой деревяшечкой из оливы. Далее, значит, дополнительно в роге просверленное отверстие и еще стяжка на два самореза длинных сделана. Все, естественно, собрано на эпоксидный клей. То есть вот так вот это у меня нож этот выглядит. Сам нож получился достаточно большой. Вес я у него еще не измерял, но достаточно увесистый такой. В настоящий момент он сведен в 0,2 мм. Ну, сейчас попробую немножко порубить. Сосновый брусочек, доску. Очки. Это обязательно. Ножны с деревянной вставкой. Вот так вот.